вы ни были, мы рады вам на футболе. Привет! Работать для вас сегодня будет, как вы могли догадаться, неизменный состав комментаторов в лице Георгия Черданцева и Константина Генича. Очень надеюсь, что вы не отключили звук. Захватывающий матч нам предстоит увидеть. Спасибо, Георгий. Интересно будет посмотреть за предстоящим матчем. Многие ждут от него захватывающей борьбы. Ну и мы, конечно, в их числе. И навесить тут нужно. Просто великолепно он в этой ситуации разобрался и мяч перехватил. Шикарный высокий прессинг, и мяч снова у них. Они продолжают идти вперед, есть что придумать в атаке. Футбол – быстрая игра. Только что они атаковали, теперь надо бежать в оборону. Мяч ушел в аут. Это не вбрасывание мяча, а его выбрасывание. Ну, кто так играет? И мяч снова у них. Хорошо, он идет вперед. Еще чуть-чуть. Гол мог быть. Высоко они играют сейчас. И мяч перехватили. Откровенно плохая передача приводит к потере мяча. Какой финт? Вы это видели? Пас получился точно сопернику. Идет в атаку Арсенал. Ну вот, стоило только заговорить мне об атаке, как они потеряли мяч. Поехали. Есть игрок впереди. Пройдет передача. Штангу мяч угодил. Играй! Можно мяч в штрафную навесить. Выбит мяч из штрафной. И что дальше тут будет? Пое. И как он дальше мячом распорядится? Ох, как не получается у защитника мяч вынести. Есть тут возможность к воротам убежать. И есть блок. Теряют они мяч. Перехвачен мяч. Отличный высокий прессинг. Можно забивать. Есть, есть тут возможность забить. И это гол. Первый гол в сегодняшней игре забит. Еще раз смотрим гол. Удается здесь голкиперу отразить первый удар, но мяч отскакивает к сопернику на дальнюю штангу. И тот, конечно, второго шанса вратарю не дает. Красиво исполнено. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. И навес чуть назад. Отлично, игрок заблокировал этот удар. Перекладина, но мяч в игре. Гол! Счет равный. Счет снова равный. 1-1.
Акинфеев. Мяч сыграно. Мяч у соперника. Можно подавать тут. И судья указывает на точку. Это отличная возможность снова выйти вперед. Удар с 11 метров и гол. Игра возобновляется. Счет уже 2-1. Вот это интересный пас. Самый простой и надежный способ в такой ситуации просто-напросто выбить мяч и все. И пробил. Как она играет. Отличное спасение. Вратарь на высоте. Где мяч? Не прошел к воротам. Совсем без мяча играет хозяева. Думаю, такой вариант вполне осознанное развитие событий. Вторым номером тоже можно сыграть удачно. Тут и возможности для контратаки, да и через позиционную оборону сопернику пройти куда сложнее. Нужно бить по воротам. Как здорово он голкипера подстраховал тут. Да, очень вовремя оказался в нужном месте и спас свою команду от гола. Красавец. И этот штрафной может быть очень опасным. Отскок в поле от перекладины. Вне игры пас получился слишком рано. А могло быть гораздо опаснее. И движение за линию офсайда было, но если передача пошла, ее уже не вернешь. Хорошая попытка, но прямо в руки вратаря. Команда уходит на перерыв со счетом 2-1. Вторая половина матча началась. И пас перехвачен. Высокий прессинг сейчас, и это приносит плоды. Как здорово защитник сыграл сейчас. На желтую он сейчас подкат исполнил, на мой взгляд. И желтая в руках у арбитра. Хорошая возможность сравнять счет у них будет угловой. И бьет! И спасает тут игрок свою команду от гола. Очень хорошо он подстраховал своего голкипера. Просто браво! И уходит он от опеки. Туре. Нарушение было. Арбитр хорошо разобрался в ситуации. Дал отложенный штраф. Акинфеев. Теперь Арсенал идет в атаку. Есть! В штрафной адресаты. Навес нужен. Отличный удар. Мячник. И есть удар. И снова блокирует удар защита. Какой накал, а?
Это вне игры. Отлично защитник играет. Мяч не уходит за линию. Хорошо сыграно. Отдаем передачу. Не торопится атаковать. Ждут стопроцентный шанс. Хороший пас отдал. Тридцать минут играть осталось. Навесом в штрафную можно сыграть. Вот поточнее сыграть бы. Ну, в другой раз. Сейчас он хорошо пробил головой, но мяч прошел выше ворот. Туре. Акинфеев. Из-за боковой мяч будут вводить. Плохой пас и мяч у соперника. Хороший прессинг соперник показывает. И мяч возвращается к ним. Пае. Он хорошо держит мяч и двигается к воротам. И есть гол ответный. Ничья у нас опять. Здорово сыграли. Молодцы. Невероятную игру мы с вами сегодня смотрим. Счет у нас снова равный. 20 минут до конца основного времени матча. Опасная атака могла быть, если бы не перехват. Нет, эта атака не получается. Перехват. Мяч переходит к другой команде. Перехват. Тащит вперед мяч. Так и надо было сыграть. Выносит он мяч. Есть подача в штрафную. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. Дос Сантос. Туре. Уверенная игра в отборе. Соперник теряет мяч. Туре. Перехват. Эта атака не получается. Не получилось тут толком мяч выбить. Акинфеев. Гол сейчас будет означать победу в матче. Смогут ли? Перехват. Мяч переходит к другой команде. Играют они в пас. Поехали. Есть свободное пространство на фланге, и туда идет атака. Хороший блок, мяч не проходит дальше. Мяч покинул пределы поля, аут. Шикарный высокий прессинг, и мяч снова у них. Не получилось пробить точно, и мяч идет мимо ворот.
Две минуты еще играть, именно столько добавляет судья. Пайе. Отлично сыграно, мяч перехвачен. Эффективен высокий прессинг сейчас. Все, основное время подошло к концу, впереди дополнительное время. Продолжается у нас матч. Первый дополнительный тайм начался. Пришло время проверить, кто в какой физической форме. Дос Сантос. Просто у него мяч не отберешь. Мяч вместе с опасностью отправлены подальше от ворот их стороны. Отличный отбор, но мяч-то кому достанется? Грубый отбор, тут и желтый увидим. Предупреждение получает игрок. Мяч уходит за линию, будет удар от ворот.